В немецком городе Мюнхвайлер состоялся ежегодный фестиваль узбекской кухни и культуры. В нем приняли участие соотечественники, проживающие в Германии, представители немецких деловых и общественных кругов. Они смогли ознакомиться с современным развитием Узбекистана, его туристическим и культурным потенциалом, историческим наследием, обычаями и традициями, а также национальной кухней. В программу фестиваля вошли различные мероприятия. Это выставки, мастер-классы, музыкальные и танцевальные программы. Одним из ярких событий стал процесс приготовления узбекского плова и дегустация традиционных блюд. Как мы пришли к этой идее? У нас группа в Фейсбуке, там больше 100 стран мира, и мы уже в четвертый год собираемся здесь, вот в Германии, на юге Германии, и организуем такой узбекский фестиваль культуры и кухни, где встречаются все наши сограждане, и не только любители, ценители узбекской культуры, кухни. Мы вместе готовим, вместе кушаем такие блюда, как плов, тандыр гушт, дымлама, шурпа, самса в тандыре. Продвигаем нашу идею, нашу родину. Мы рождены в Узбекистане, оба продвигаем здесь, в Германии и по всему миру. Показываем нашу культуру, гостеприимство Узбекистана, кухню, доброту. Вот это наша цель. В рамках фестиваля была также организована выставка картин художественной школы Анны Гейбер, посвященная Узбекистану. Гости смогли принять участие в конкурсах и музыкальных танцевальных представлениях. Сегодня мы второй раз участвуем с нашими картинами на фестивале узбекской кухни и культуры. Мы очень рады презентовать красоту и многогранность нашей страны через изобразительное искусство. Наши картины олицетворяют традиции, культуру и дружелюбие Узбекистана, знакомят зарубежных зрителей с колоритом и богатой историей нашей родины.